Я хочу пригласить Алену Владимировну Роткину, это микрокредитная компания «Фонд микрокредитования предпринимательства Республики Крым». Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости форума. Зовут меня Алена Владимировна Роткина, представитель Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым. Созданы мы в 2014 году при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым. На данном слайде вы видите, как мы начинали свою деятельность с 2014 года и что у нас есть уже на данный момент. Относительно основных условий предоставления микрозаймов. Микрозаймы предоставляются в сумме до 5 миллионов рублей под ключевую ставку Центрального банка, которая на данный момент 5% годовых. Срок предоставления микрозайма от 6 месяцев до 2 лет под залоговое обеспечение и в дальнейшем на цели развития. Относительно финансовых продуктов фонда, на данный момент это 15 действующих программ. Ежегодно мы развиваемся, появляются новые финансовые продукты. Так, в 2021 году появилось 3 финансовых продукта. Это микрозайм социальный, микрозайм курорт и актуальный на данный момент финансовый продукт – это микрозайм самозанятый. Кто же все-таки может получить статус клиента фонда? Во-первых, это предприниматель, который действующий, который состоит в субъекте малого и среднего предпринимательства, имеет положительную деловую репутацию, а также предоставляет залог. Ну и, естественно, самое основное условие – свой бизнес вы должны вести финансово в открытую. Так как ранее я проговаривала, что микрозаймы предоставляются под залоговое обеспечение, залоговым обеспечением выступает это движимые и недвижимые активы. По движимым активам это транспорт и оборудование, по недвижимости это коммерческая недвижимость, жилая недвижимость. Она может быть как в вашей собственности, может предоставляться третьей стороной как залогодателем. Здесь представлен пакет документов, который необходимо собрать для получения микрозайма. Расположен пакет документов на нашем сайте в разделе «Заемщикам». И зависит он от того, как вы зарегистрированы. Да? Это индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо самозанятый. Вы можете обращаться в любой момент по каким-либо интересующим вопросам. Вас проконсультируем и поможем. Спасибо за внимание. Спасибо большое.